Влад 484-784 пишет. Здравствуйте, в школе номер 544. Директор Данилкина Татьяна Дмитриевна, учитель на уроке, запрещает выходить в туалет. Учителя, видимо, запрещают. Разрешает выходить только если плохо, обратиться к врачу. Врач находится в корпусе только один день недели. Кулеры с водой пустуют, в классе их нету. Так, помогите обратиться в департамент образования. Не выпускают туалет, только со справкой. Телефоны забирают. Вот все наши стандартные нарушения. Не могут требовать от вас справку, ребята. Не могут ограничивать вашу свободу и запрещать вам выйти в уборную комнату. Требовать какие-то справки придуманные. Это все не имеет под собой никаких правовых оснований, эти требования со стороны учителей. Требуйте реальность, фиксируйте это на видеокамеры, на телефоны, записывайте аудио, обращайтесь в органы прокуратуры. И я уверен, после вот этих требований таких учителей будут увольнять, друзья мои. Отправляйте все значит, эти видео на канал «Школьная инквизиция», я буду публиковать, и пускай они потом себя узнают в этих роликах. Пишу незаконно. Это Влад 484-784. Здравствуйте, пишет...